Мат, белые победили. Играл против человека с уровнем 1663. Я ему вот оставался, потом начал ему шахи строить и уложил его на лопатки. Он еще предлагал мне играть, хотел отреваншировать, но я отклонил. Я решил заснять эту битву. Так, этот микрофон, смотрю, очень нехорошо записывает. Где тут поищу? Где тут получше микрофон? Может, тут другой микрофон будет получше записывать. Потом посмотрим, что из этого получилось. Анализ. Так, опять в хроме играю, но хроме у меня зависает компьютер, но я теперь сделал 5 кадров в секунду, чтобы записывать. Может, теперь будет записывать не так лучше и не так много потреблять энергии, ресурсов. И не буду зависать. Что компьютер зависает, это говорит о том, что он уже такой попорченковый. Вообще-то не должен зависать от перегрузки. Я там раньше без вентилятора процессор там делал, там просто радиатор напихал, много всяких металлов. Говорю, процессор и радиатор, но сильно не помогало, поэтому он иногда, кажется, выключался от перегрева, может и попортился немножко. А может уже и был до этого попорчен, мне его брат дал пользоваться. Я уже который год им пользуюсь. Она показывает, что у меня преимущества эти малые. А вот показывает 0 преимущества. А нет, плюс 1, плюс 0,1, 0, плюс 0,1. И вообще-то у белых всегда преимущества есть. Так, иду к камеру. 0 преимуществ. Хотя какой шахматы, ну, комментатор теперь буду комментировать. Вот он залез туда, куда ему не стоило бы. Вот у меня преимущество у белых. В общем, как показывает практика, не надо особо открываться, как бы нападать. Нужно ждать хорошего момента, пока как бы противник, соперник допустит ошибку. Нужно так спешка по спешке осторожно так его рубить, фигуры забирать. И так победить. Ну, вот так
нельзя как за правило принимать. Он напал на меня, хотел тут меня как-то сильно меня запутать, выиграть что-то, что-то большое. У него не получится. Но уже и на проигрыш уже указывает компьютер. Вот у него какой рейтинг? 1663, у меня 1281. Я перед с ним играл, перед игрой с ним я много партий с компьютером сыграл. Поэтому, видимо, так получилось его поиграть на пятом уровне. И там он так как бы не очень хорошо играет, так условно. Иногда такие жертвы отдает. Но он зато нигде ничего не промаргивает, нигде. Это не может запутаться. Человек может от усталости или от невнимательности что-то проморгать, но ничего не проморгает, поэтому он побеждает в большинстве случаев меня. Это пятый уровень. Четвертый уровень, так легче победить. Мне кажется, что как ребенок играет. Он тоже мало что промаргивает. Если что за где-то ты ошибку серьезную допустишь, он эту ошибку воспользуется. Не проморгает ее. А другой человек бы проморгать. Питер советовал тут эти советы, трокировку вообще делать. Сперва тут эти, когда не так глубоко проанализировал. Этого, но тут очень он крепко анализирует, я думаю, на каком 10 уровне, 12. Но тут всего 8 уровней, поэтому можно даже воспользоваться, что он до этого показывал. Вот, никуда не остается, как бежать. Ну, вообще-то, у белых и так всегда преимущество есть в начале игры, потому что они первые начинают играть. Ладно, там долго будет анализировать. Пустил. Как бы сильно говорит компьютер, он тут пошел. А я мог вот тут пойти и потом напасть на этой спешке. Так я как бы ни на чего не нападаю. Он бьет. Тут он посоветует бить уже на 99% уверен. Тут ничего другого не посоветует, как бить на эту спешку на любом уровне практически. Ну, он ему тоже посоветует бить. А вот тут он советует хитрее поступить сразу на две спешки напасть. Не просто одну изменить. Вот эту. Вот конем идет тут, нападает на эту и на эту спешку. Я как бы этого. Ай. А вот. Тут под ударом королевы. И у меня тут слон защищает. Я, возможно, этого не заметил. Просто спешку сбил, потому что. Можно запутаться, когда слишком пробую сложные комбинации делать, потом он выиграет. У меня уже так было, когда хотел что-то там слишком умное старить, потом уже как бы
ресурсов мозга не хватает, уже сам запутаешься, уже не понимаешь, что надо сделать. Просто мечешься, прям как бы пробуешь слепо идти и только хуже еще делаешь. И мозг королевы спешку защитить. Вот он тут тоже, вот уже меня куивает. Немножко спустилась. Я уже не помню, где я пошел. Могу же на эту спешку напасть. И на королеву заодно. Ай. Я защитил. Но тут я неправильно сделал. Тут не надо было на спешку. Я все равно выиграл, может, если бы так, чтобы не потом в конце бы запутался и не выиграл. Это может в какой-то мере запутало его. А если убил? Ну, тут уже из позиции, но все равно у меня преимущество, хоть и маленькое, есть. Так, он с королевой идет, есть что посмотреть. С королевой. В общем, теперь тут надо идти. Нет, ну да. Небольшое у меня преимущество. Дальше пусть я вот эту спешку защитил. Хотя он бы бил с конем, я бы с конем, он с королевой, я с королевой. Хотя она была защищена, я просто не заметил. Мне показалось, что он выиграет, если он нападет. Это может еще больше его запутало, я начал ошибочные шаги делать. Тут как бы нужно. Тут можно просто какими-то шагами своими запутать его и выиграть. Это не компьютер. Почему он тут сидит на спешку напасть? Я все равно... Ай, король у него, я потом бы этим отошел и бы ему бы шаг вырвал. Поэтому советовал эту спешку атаковать. А теперь тут советую. А, оступить, видимо, место второй ладьи. Вот. Тут он мог бы бить этого, он никак не защищен, он не заметил этого. Я тогда, правда, ему шаг устроил вот этим, бил бы, и он этого побоялся, но все равно, там бы я ничего серьезного бы не сделал. Он бы подходил и все бы... Я бы, наверное, проиграл бы, если бы он сбил вот этого слона. Он просто не заметил. Или шаг побоялся. Вот и что-то сделал. Но я удваиваю позиции. Вот тут советуйтесь. Ранее на конем пошел. Я на его королеву напал. В общем, атаковать начал, чтоб, думаю, его как бы запутать этим атакам. Я заметил, что часто компьютер королевы любит атаковать, поэтому я решил из его примера. И последую его примеру. Я убил коня. Ему нужно было моего
моих проблем, нет стадии динарок. Но я бы так, он, видимо, хотел выиграть, так бы, ну, ничья бы ему. Ну, видимо, как-то. Видимо, эффектно хотел выиграть быстро. Все, ну, я вот выигрышная позиция. А он слона сбил. Я могу. А я, мне надо было башню бить. Я думал, что коня надо подбрить. У меня были такие ситуации, когда ему шах устраивал, а потом его коня притесняли. Потом я решил его безопасное место отправить вот под пешкой. Это вот такая показывает, что это был неправильный шаг, и он теперь может рокировку сделать. И все поменяется. Я уже в минусе. Он рокировки не сделал. Напал на мою королеву. Вот как я на его королеву нападал, то он начал нападать на мою королеву. Я просто мог убить ему шах устроить, он бы ничего не осталось, как бежать. Тогда бы ему. А я бы тогда мог бы сбить его еще вот эту ладью. Да. Вот. И подумал. Я начал королеву зачистить. О. Я уже в минусе сильно. Там достаточно таком не слабенько залез. Ну. Это человек, ошибки он делает. Поэтому, как у меня были преимущества, я мог ими воспользоваться, а не воспользоваться. Такие у него есть преимущества, и он может воспользоваться, а не воспользоваться. А тут идет потом. Я с королевой бегу, он в спешку бьет, и мне шаг устраивает. Непонятно, что спешку защитить хотел. Зачем он тут пошел? Видимо, спешку защитить хотел. Когда так достаточно много фигур, то не нужно тратить силы, чтобы гнаться за пешками. Нужно как-то больше сосредоточиться, чтобы атаковать, подкреплять атаку. А в конце уже можно гнать, уже нужно гнать пешками. За каждую пешку. На него мощный напал. Полная композиция. Скорпион тут не мог подойти. Он, видимо, хотел мат не устроить. Это как-то спешка ведь потом когда подойти вот сюда и напасть на эту спешку мат устроить. У него король открыт, у него это сразу уязвимость. Я захотел мне на эту спешку напасть. Если бы я вот не башку, он бы не подошел на мат. Вот поэтому его кто-то такой план был. Я тут подойду и все. И он угрожается. Нужно куда-то отойти. Неправильно отошел. Нужно было спешку. Тут было спешку защитить.
Поэтому тут логика соединилась, видимо, а не понятно. Всё, я сбил. Бью, и ему уже нет шансов выиграть. Его руки. Даже не бить вот этого лоха. Рокировку свою эту делать, хотя идея тогда как бы лучше бы мы, кажется, сбить. Тогда я бью эго, и ему некуда идти. А он, видимо, за моей ладьей погнался. Он сбил, и все, так теперь уже ему конец. Да, сбил, и указывает компьютер. Вот конец, говорит, что на улице. Тот конец пришел бы, он тут бы не мог идти. Тогда я тут иду, он тут уже не может, тут не может, тут не может. А я тут, вот тут иду. Вот тут только может. И я тогда иду вот тут, и ему все наверное мат. Вообще не знаю. Слишком уже глубоко надо думать, чтобы этого думать. Время не надо терять. Спешку бью. Все равно ему говорит уже, что я ошибки не сделал, и ему уже конец грозит. А тут себе тут на королеву напасть. А куда? Я как бы не понял, я нападаю, он в бок отходит. Что за то? А вот тут у него шансы появились. Когда я тут подошел. Почему? Не советует компьютер убегать. Некуда убегать, а его тут можно. Тут он не ловит. Я тут иду. Тут идет. Я убью. Это. Я его короля убью. А если тут его убью, а тут если не убегает. Смотрите. Тут идти, тут идет, не могу. Если я тут иду, тут иду. Ай, надо как-то короля защитить. А ему нет где идти. Поэтому ему... Тут.
Тут по нашим. Ну, вот я ошибка была, нужно было тамить. Видимо, побоялся, что это в какой-то угол его загонил. Ну, психологически. Там, оказывается, был правильный ход, потому что он дотел ему потом лечиться. Сейчас. Мне как бы нужно было скорее его устроить. Ему вот я скорее иду тут. Его тут бьет, тут бьет, тут бьет, тут бьет. Но вот там только осталось, видите. Тут бьет. Тут не бьет. Я тут уже. Тут надо было идти. Он этого не заметил. Пошел тут. Я его. Тут. И все, я его. Он, наверное, там пошел. Эти кони, когда я тут хожу незащищенно, тут опасно, потому что его забываешь потом. Потом могут сбить, поэтому я тут не рисковал идти. Пошел тут ему опять же. Это как бы уже дело не меняет. Наверное, можно и королевам и башню и сделать шахи без коня. Чтоб не так напрягаться. Просто может длиннее. Тут я пошел, все ему надо. Так я победил человека, казалось бы, с таким большим рейтингом. Его рейтинг 1663. Теперь на минус 19 снизится, а мой 1281 на плюс 24 поднялся. Покажу видео, посмотрю, как там будет сниматься. Вот Флина Ресерч ИНЦ, вот такой как бы вечный двигатель, можно сказать. Defining the motors and generators of tomorrow. Тут вот такой защелку магнитную сделаю. Тут два магнита стоят, тут сердечник, один остальной. И тут катушки дефилярные. Почему тут, когда подается ток на одной полярности, тогда весь поток замыкается от магнитов на эту пластину. Она сильно прилипает, и так можно дверной замок сделать. Малым током как бы сильный поток, эти два магнита
и поток этих двух магнитов залипает сюда. Вот, вот здесь показано. Если подать полярность обратно, тогда поток их будет сюда, кажется, залипать. И вот на таком принципе тут поток, я читал, пишется, моторы сделали. Вот, например, вот такие. Там они там потребляют 60 ватт, а выдают на выходе там, например, один там 600 ватт. Ой, 300 ватт. То есть это 5 раз больше энергии выдает, чем... Ну так это по сути вечный двигатель. А некоторые там 2 раза вроде бы больше энергии выдают. Пишите, что 2 раза больше в одном месте, что 2 раза больше, чем обычные моторы. Ну если обычные моторы, которые 70%, так уже это 140%. То есть это уже по сути вечный двигатель, если его подпишают. А вот, вот, вот тут он. Потребляемая мощность винта. Вот вин сколько потребляет ватт. Вот при таких оборотах 343. А потребляемая электрическая мощность в ваттах. Вот. Этот обычный мотор потребляет 390 ватт, ну тут при КПД где-то 90%. Это вот этот мотор на таком принципе сделан, и всего 60 ватт потребляет. Вот. Тут 340 делить на 60, 35 на 6 будет... на 6 30, 6 на 6 36, почти 6 раз больше выход, чем вход вот у такого мотора. Это вечный двигатель, это же